Если честно, я скучаю по тебе, нахуй. Как бы, каким бы ты хуеплетом не был, я по тебе скучаю. Да ладно. Каким бы ты хуеплетом не был, нахуй, лысым, злым, злым и люди ненавистным, но я по тебе почему-то скучаю. Я тебе так скажу, Гриш. А ты скажи, подожди, дай еще последний вопрос, а потом вот от души. А ты скажи, ты решил под меня закосить, трезубом стать, что ли? Ну, не обижайся только, пожалуйста, я же с добротой подкалываю. Ну, блядь, бывает такое. А чё у тебя с зубом-то? Я, блядь, я минут 5 разглядывал, думал, ты маркером закрасил сперва, нахуй. Ну, я тебя выслушал. Угу. Да, можно мне сказать? Да-да-да, я же так... Это... Так вот. А, все. Да. Я тебе говорю. Вот, и... Да, базара нет, ну, не то, что скучно, да и Гашику так же, и всем. И тебе также. Ну ты перебиваешь, да. Вот тебя за это бы, блядь, сказали бы, блядь, нельзя так, как говорится. Вот. Я же слушал тебя. Не-не, я не вопрос, говори. Вот. И у меня я нет просто, так... Я просто хотел... Ну ладно, все, молчу. Просто хотел про детюру там, что тоже скучаю, там, по детюре, по даче, по... Ну ладно, все. Ну да, это есть такое. Я не знаю, конечно, как у вас там. Я по тебе не скучаю, правда. Это правда. Нет, вот. Я по тебе тоже не скучаю. По Дятюре, по Андрюке скучаю там. По Ваське тоже. Васька пиздец вообще стал. Ты молодец, знаешь в чем? Что ты просто, когда ты скажешь свое мнение, и тебе похуй на другое мнение. Это нормально. Но ты хотя бы выслушай, что я скажу. Я же не перебивал тебя, что ты говорил. Басюрки, пожалуйста, вот в последнем ролике, где дядя Юра плитку продал, блядь, не знаю, мне Ваське охота было просто нахуй эту в раковину окунуться, он, плитку, я тебе сейчас еще покажу, там что-то случилось, блядь, ну пиздец, Вася, ну нахуя ты шестеришь там? Гриш, Гриш, ты никогда, люди просто говорят то, что никогда... Это вот, наверное, вот с Гашиком это происходит такое. Никогда. Но приезжает, да. Это не с тобой. Ты понимаешь, ты такой мелкий чел. Ну, серьезно, мелкий человек. Вот. Почему я крупный, наоборот? 200... Я же специально, чтобы свою самооценку повешать, я специально разъелся до 300 килограммов, чтобы крупным быть. Да, я понял тебя. Я просто могу сказать одно, что ты... Никогда не поедешь. Так я не планирую туда ехать. Я не планирую ехать. У меня батя собирается за два, приехать к тебе за 20 тысяч там выяснить. Ну, за моменты за это. Давай я ему 30 предложу. 30. Вот. Ну, я не знаю, сейчас дачу будем здесь покупать в Шатуре. Вот они прилетят 20 числа, не знаю, с ним поедет. Ну вот, там уже сами разберетесь, как говорится. Так. Подобного как бы искать, а то, что с тобой. Ну, ты был неправ. Но тебя и так жизнь как бы наказывает. Я не упрост. Я же не спорю. Меня жизнь наказывает донатами крупными, что я ездил. Да я не про донаты сейчас говорю, я говорю по-человечески просто. Почему ты, блядь, сразу донаты, блядь, донаты? А что мне жизнь наказывает? А чем мне наказывают жизнь тогда? Я думал, донатами больше не наказывают. Нет. Я тебе правду могу сказать, это не за алкоголь. Я понял. Не, дай бог, чтобы, как говорится, чтобы все было хорошо. Чтобы все жили долго сейчас. Не, да я так тебе... Вот я вот опять, понимаешь, вот в чем, блядь, разница. Я к тебе звонил с добром, блядь, я тебе отвечаю, я с добром хотел с тобой попиздеть. А ты опять, нахуй, какую-то тучу черную, нахуй, над своей кухней навел, нахуй. А как ты можешь ко мне, блядь, с добром звонить, потому что если ты, блядь, для меня
да, дальше-то? Что? Что дальше-то? Самый хитрый не хуй плет. Ну просто обернись ты вокруг тебя, друзья, обернись. Это я тебя научил. Да не, просто такое было, меня никто ничего не учил. Что там, чего там? Ну ты говоришь, я хуй плет. Да я согласен, Просто обернись. Друзья, вот у кого друзья есть? А, есть такая песня. Обернитесь. Гриш, подожди секундочку, можно? Да.